Нужно сказать, что главное, что у нас на сегодня является целью, да, старта, это все-таки наш ПСЦ, подразделение нашей платформы физической ПСЦ холдинг. Это что такое? Это наш клуб. Мы помним с вами, что мы все с вами партнеры клуба. То есть старт в каком плане? Немножечко неправильно начала. Не старт в регистрациях, а старт в действии. То есть мы с вами хотим получать дивиденды. Так старт реальный в действии, начислении и получении дивидендов нашего ПСЦ-клубу – это как раз вот сентябрь месяц. Почему? Теперь поэтапно. Что такое ПСЦ? Это наша клубная организация. Мы видим, что софт постепенно переходит. Там добавления идут, последние тесты идут. У нас постепенно меняется бэк-офис, и мы уже все увидели номер своей акции у нас в бэк-офисе. Это ваш номер регистрации. Все всегда спрашивали, где я могу увидеть, да, вот номер вашей регистрационной, это номер вашей именной акции. Она у всех одна. Эта акция у всех пожизненная, передается по наследству. Это ваша акция получения дивидендов от получаемых прибыли сегодня существующих, в будущем построенных, открытых, добавленных предприятий, производств, дающих реальную прибыль. То есть это наша доля в дивидендах от полученной прибыли холдинга. Мы помним, что акция может быть только одна у любого партнера, заходящего хоть на 100 долларов, хоть на 35 тысяч. Одна и только у партнеров инвестиционного подразделения. Это главное изменение на сегодня, которое бы я хотела сказать. У нас очень мало времени осталось. И, в принципе, мы все пережидали этот тяжелый период карантина и ждали, когда мы начнем получать официальную информацию. Поэтому, в принципе, вот с сентября не нужно уже ничего ждать, если мы хотим своим партнерам, своим друзьям, их семьям, будущим доходов реальных, конкретных, обоснованных и надежных, то нужно говорить о нашем холдинге. Обязательно говорить и приглашать их сюда. Я полчаса говорила, больше 40 минут говорила о том, почему мы реальность. Вот сейчас некоторые моменты под запись скажу, чтобы вы могли партнерам передавать. То есть, являясь партнером нашего ПСЦ-клуба, инвестора, Privado Social Club Investment, частный закрытый социальный клуб инвесторов. У нас, мы помним, был объявлено количество в 1 000 000 партнеров. По достижению этого количества мы не знаем, что дальше будет. Не будет 1 000 000. Вот пройдя сложный период развития вот в эти 2,5 года и особенно карантинного периода, Мигель говорит, что, ну, в принципе, мы не можем обогреть весь мир во вновь изменившихся условиях развития, да, на сегодняшний момент вот сколько будет, столько будет. Конечно, в эту осень будет пересматриваться возможность поступления в партнерство, партнером в клуб, то есть акционирование, возможность. Я не знаю, когда она будет закрыта. В осенью мы все получим в официальном, так сказать, канале. Но то, что будет закрыта регистрация нас как акционеров, это да. Останутся только клиенты с использованием инструментов, которые предлагает платформа, шопинга, который предлагает платформа, обменника и так далее. То есть чисто доходная часть через линейку останется. Наша инвестиционная часть будет закрыта для регистрации. Вот кто есть, кто остался, я вас всех с этим поздравляю. Почему я всех сейчас уговариваю? Не торопиться с заменами, с продажами. Мы так долго ждали, мы так долго искали, когда же вот что-то у нас реально конкретно начнется, что на сегодняшний момент выйти из партнерства нашего клуба, ну, просто неразумно, недальновидно и еще ошибочно. Почему? Ну, значит, лидеры не донесли, не рассказали, не показали. Да, нам хотелось бы всем получать вчера. К сожалению, последние годы разбаловали нас всех так на пирамидальных организациях. Я в том числе, мы же везде где-то поработали, подрабатывали, мы видели, что происходит. Почему я говорю, что я не верю никому, кроме нашего холдинга? Почему? Потому что, чтобы кому-то на сегодня довериться и поверить, даже если у них самые благие намерения, даже если это руководство, которое предлагает некие услуги и возможности заработка, самые, что ни на есть, честные и открытые. Я вот 40 минут рассказывал, насколько мир меняется мгновенно, насколько все, что происходит в мире, может в течение одного дня поставить все, скажем так, развернуть на 180 градусов, и даже самые честные намерения могут оказаться обманом, фейком. Поэтому на сегодня только то, что обосновано где-то инвестиционной программой в развитие строительства физического бизнеса, который жизненно необходим человечеству и планете,
только то, что переживет все катаклизмы переходного периода, только то, что сможет остаться и развиваться, усовершенствоваться в перспективе в новых условиях движения экономического развития вообще человечества, это только это будет давать нам доход, и это наш холдинг. Я вот 40 минут рассказывала, что почем. Поэтому не торопитесь и партнерам своим скажите, что столь длительный период ожидания был обусловлен необходимостью подготовительного этапа старта нашей вот платформы с физическим бизнесом реальным. Потому что любая идея должна обрасти доказательной базой, должна быть понята контрагентами в отношениях, должна быть проверена, должна быть подтверждена теми либо другими патентами, заключениями, договорами, партнерскими отношениями в финансовом плане. То есть очень много чего должно быть. И должна быть легализована, самое главное, в той либо другой зоне, где намеревается открытие вот этого производства. Да? То есть это обязательно, это все бюрократический процесс, без которого не обойтись. Если даже создание более-менее серьезных компаний, которые не имеют физического подразделения, обещают нам там доход по определенным инвестициям удаленным, либо наличие своего финансового инструмента как карта, либо там страхование, либо еще чего-нибудь, но это услуги, которые ничего общего с привязкой к земле, к реальности, в условиях законодательства определенной страны, где эта земля находится, ничего общего с этим не имеют. И то это занимает период, и год, и два, и три. Здесь же глобальный холдинг проделал такую работу за эти 1.5-2 года, конкретно, когда уже этим занимались, что на сегодняшний момент, ну, других я таких не знаю. Возможно, кто-то и знает, может назвать такие компании, я не знаю. Есть серьезные компании, есть американская компания, которую, ну, я не буду называть название, я знаю, которая существует в этой области и предоставляет акционирование, то есть покупку акций от нескольких видов своей деятельности, которая была подготовлена в определенном периоде, и готовился он и 10, и 12, и 18 лет. То есть различные компании какой-то период времени добавлялись, открывались, маркетингом, так сказать, вводились в платформу, добавлялись еще, и это занимает десятки лет. У нас на сегодняшний момент вот партнерство в нашем клубе дает право, получив единожды свой регистрационный номер, свою акцию, чтобы в перспективе не добавлялось, а я немножечко сейчас расскажу, что нас ждет в ближайшие 2 года, без дат, потому что все, что я знаю информацию, я расскажу, чтобы вы понимали просто, картина, чтобы нарисовалась. Это все у вас перспектива получать доход от всего того, чем будет платформа прирастать всегда. Дополнительно каждую в отдельности акционироваться нам лично, где-то там доплатить, там доплатить, там доплатить не нужно. Мы единожды имеем одну акцию вашу, входную вот в этот клуб наш, ФСЦ, входную акцию. И эта акция, это и есть наш вот тот доходный инструмент формирования нашего финансового потока на перспективу на многие годы. Так, с этим понятно, я надеюсь. Поэтому, пожалуйста, всем своим партнерам, вы знаете, у многих долги, кто не стремился работать где-то массово в других компаниях, кто хотел там где-то переждать на инвестициях, пересмотреть, у многих долги, у многих очень ситуации пограничные, ну, с очень серьезными так проблемами финансовыми. Они у всех есть, у меня тоже есть, у всех есть проблемы, потому что где-то инвестируя куда-то, пытаясь зарабатывать, если мы, структура MLM, не начинаем, как я всегда говорю, начинаем с малого, строим структуры и растем, так сказать, вкладывая деньги постепенно, а мы хотим внести что-либо, получать доход и ничего не делать, то 3-4 месяца это все лопается. Мы это на практике знаем. На протяжении этого периода прошло такое количество компаний, что сосчитать не хватит пальцев 2 рук. Поэтому просто я пытаюсь до вас донести, чтобы вы своим партнерам могли объяснить, что вот период, который мы с вами пережили, подготовительный, я много раз объясняла его, просто у нас новые партнеры, кто сегодня прислушает, не слышали те конференции. Я объясняла, что здесь, в этой компании, делается шаг за шагом все то, что вообще возможно сделать по легализации наших с вами перспектив. Итак, на сегодняшний момент мы все ждем Umbrella, когда, что, как, где. Сложности из-за коронавируса, из закрытых регионов мы помним. Если кто помнит, кто слышал, не слышал, я еще раз напомню, что у нас заключен договор, у нас не разработчик, какой-то единый разработчик, который будет обслуживать вот эту компанию, и на этом все, кто-то единый. Нет. У нас на сегодняшний момент заключены договора
заключен договор с серьезной корпорацией, IT-корпорацией индийской, Бенгалуру, которая и подготовила, как они говорят, мотор, то есть двигатель системы, и который будет обслуживать этот двигатель, это Индия, это корпорация. Потому что, опять же, Михаил правильно повторяет, договорные отношения, которые обеспечивают вот там прописанные штрафные санкции по неисполнению, весьма и весьма значительны. Если кто-то где-то что-то не, уже не скажет, ой, ну не получилось, извините, ой, ну не получилось, деньги заплатите. Это вот так выглядит. И если вот сейчас уже третью неделю идут тесты, там дается какой-то баг все время чего-то, третью неделю идут тесты. Я очень надеюсь, что эта неделя была последней. Поэтому я говорила, давайте вторник более конкретно, среда, что-то получу информацию, мы проведем более предметный по датам вебинар. Но то, что идут тесты, и мы помним на 3,5 недели, когда назад я говорила, что с середины августа очень многое изменится. Вот сейчас это все и меняется, потому что, получив, пройдя тесты и открыв уже Umbrella, все, все контрактники, многие здесь ответственные за контрактников, контракты, которым покупали монеты, присутствуют, все они получат в бэк-офисах, в наших бэк-офисах, вот эта вторая, третья волна контрактов получит эти монеты, кто на какие заходил и какие у кого контракты, в бэк-офисах. Поэтому Umbrella начинает работать. Тестовый период первый, 2-3 недели, а я всегда добавляю еще, то есть до конца сентября, я сразу говорю, это продажа эко-коина первого. Почему? Вот все эти 40 минут предварительных, которые я объясняла, почему, я объясню. То есть все white-paper заново сейчас, вот Юра со мной, когда ездил последний наш разговор с Мигелом, он слышал, что заново сейчас идет добавление необходимой информации в white-paper всех 4 монет. Должны быть обоснованы, конкретизированы контрактами применимости этой технологии хранения информации и носитель этот, используемый для хранения в той либо другой области. Какая у нас первая монета готова к использованию ЭКО? Почему? Заводы ПЛА. Итак, первая контрактная – это ЭКО. Первые 2-3 недели – это продажа ЭКО корпорациям, организациям, ну, в том числе, кто захочет через Umbrella покупать, пожалуйста, но у них договорные с контрактными организациями, которые заинтересованы и финансируют строительство заводов. И не только ПЛА. Вот здесь немножечко два слова еще скажу. Ну, всего того, скажем так, что касается защиты окружающей среды и очистки от мусора, всего того, что на сегодня на планете составляет проблему номер один. Итак, ЭКОКОИН – это носитель хранения информации на блокчейн по вот этим отношениям. У нас отношения какие? Строительство завода, производство экологически чистой продукции, то есть биорастворимый пластик на основе гранул ПЛА – это экологически чистый продукт. Кроме этого, у нас есть договоренности по размещению, технология российская, пиролизная переработка мусора, городского мусора. Напоминаю, что такое городской мусор. Мы все сейчас разделяем, мы все знаем, что необходимо, нас к этому приучали несколько лет, мы разделяем. Но это все равно проблема номер один, потому что разделяет всего 10% населения планеты мусор, остальные все равно в общей свалке это все. Поэтому переработка городского мусора без разделения – это проблема. И вот та технология, которая на сегодня стала частью нашей платформы, то есть даже договоренности, которые могут быть реализованы с тем либо другим разработчиком, либо владельцем идеи, либо владельца стартапа, либо владельца уже какой-то компании с интересными идеями, либо производством, это тоже занимает время, во-первых, во-вторых, финансирование и производство. И документального оформления. То есть что получается? Для того, чтобы, ну, 4,5 месяца сидения в Бразилии, извините, вынудили Мигела работать в том направлении, где он может. Поэтому я как-то обмолвилась, что у нас 13 муниципалитетов заключили договора отдельно от ПЛА, отдельно. Заключили договора по установке таких контейнеров с определенной мощностью. Там все прописано в бизнес-плане, это все уже прописано, потребляемое количество мусора в сутки, сколько чего перерабатываемое, да, с выходом электроэнергии, в каком объеме. Это все прописано в зависимости от потребностей городов. Но 13 муниципалитетов, это 13 административных организаций. Поэтому на сегодняшнем этапе вот эти первые 13, это уже очень хороший доход. Почему? Мы знаем, что за переработку мусора, почему это криминальная тема? За переработку мусора та компания, которая осуществляет эту переработку, получает значительные деньги.
Так вот, только эти 13 организаций, 13 муниципальных объединений, которые уже сделали заявку на установку вот этих контейнеров, это стоит оборудование, стоит немало. То есть это отдельное отношение, мы являемся посредником, это отдельное отношение между производителем и будущим потребителем, но мы, кто это все организуем, мы получаем с этого какие-то интересы, это понятно. Но нам, как участникам в этом процессе, которые его организовали, вот компания-потребитель, то есть муниципалитет, оплачивает переработку мусора, а это десятки миллионов в 13 объединений, которые вот там подписаны уже. Дело зачем сейчас? Получить документацию. Что мы сейчас и ждем на следующей неделе. Это только там. Такие же договора, вернувшись сюда, Мигель уже съездил, Испания, Португалия, он уже здесь находит применимость этим технологиям. Это еще один вид подтверждения нашего эко в реальности. Договора. Вот эти договора – это реальность. Я говорю, что это договора не между контрагентами в области технологии и развития стартапа, может быть, год, может быть, два, может быть, три. Это конкретные договора физических либо юридических лиц, которые подписывают, прописывают все штрафные санкции по неисполнению и прописывается отношения финансовые в прибыльной части, все это можно уже увидеть. Срок только, да, реализации этого. Но эта работа сделана. Эта работа имеет место быть. Это тоже поддержка нашего эко-коина. Здесь присутствует Ласло. Они очень давно предоставили технологию строительства жилых и нежилых помещений из переработанных, вторичного сырья, переработанных материалов, панели, блоки, которые тоже относятся к области экологического бизнеса. Поэтому вот там, я не могу сказать точно, это они между собой, Мигель владеет этой информацией, но там тоже уже есть договора, пока находился он там в изоляции, если мы не можем делать то, что мы наметили раньше, мы можем делать то, что мы можем в условиях изоляции, имея на руках возможности, да, какие-то технологии, либо какие-то договоренности, либо какие-то наработки внутри, которые могут быть предложены в этом мире. И они это сделали за 4,5 месяца, которые там провели. Поэтому там тоже есть соглашение на уровне муниципалитетов, городов именно по вот этому строительству. Но это уже отдельное отношение, не хочу глубоко касаться всего этого, но это тоже содержание нашего эко-коина. А теперь подумайте. На стартовом этапе вначале будет предлагаться 2-3 недели, 4 недели продажа эко-коина, начиная от доллара, продажа эко-коина всем контрагентам, заинтересованным в реализации этих проектов. Будет он продаваться? Естественно. Пойдет он в рост? Естественно. Потом будет открыт нам возможность, всем нам, кто имеет эко-коины, вывод на Umbrella и их, естественно, продажа в эквиваленте. Это все понятно. Что касается эко-коин, возможно, будет быстрее, чем 3-4 недели. Возможно, вот он для чего сейчас опять в Бразилию летит? Уже на руках имеет документы, он летит за реализацией этих шагов. Почему он ускорился? Я сказала, что с середины августа нам уже ждать некогда. Мы начинаем реализовывать все то, что мы готовили вот полгода. Поэтому эко-коин номер один. Номер два, скорее всего, будет Time is Money. Объясняю, почему. У нас есть оператор, у нас есть монета Time is Money, у нас есть возможность предоставления операторской этой услуги на всех континентах планеты. Россия, допустим, не очень заинтересована, у России свои операторы замечательные, своя телефония развита, все эти технологии, все эти, скажем так, верхнего эшелона, поэтому, допустим, неважно, хотя это на этом этапе неважно. Я думаю, что всем будет важно иметь карту, зарабатывая серьезные деньги, и иметь карту даже дорогостоящую, которая безлимитно предоставляет интернет по всему миру, это всем важно. Но это второй этап. Причем, отношение, почему пошел на это этот оператор, весьма мощный телеком, это серьезный оператор, представленный, ну, во всяком случае, Европа, Латинская Америка, Штаты и Азия, он представлен телеком. То есть организовать операторскую связь везде возможно через продажу наших карт и токенизация отношений. Мы помним, да, что возможность там с деньгами будет привязана чуть позже. Так вот, токенизация наших отношений на блокчейне через Time is Money тоже реальность, потому что оператор реальный, количество контрагентов реальных. А почему Мигелу необходимо было объехать 5 стран Африки? Мы помним, что он это сделал. Перед тем, как ехать в Бразилию, в феврале он это сделал. Потому что именно Африка на сегодня – это номер один потребитель этой продукции.
Африка ждет эти карты. Но Африка 5 стран и далее. Это 5 стран стартовых. И далее это же очень большой контингент. Для чего? Для того, чтобы взаимодействие с нашим Time is Money началось в реальности подтверждаться покупкой карты далее. Мы с вами тоже их будем покупать. Я тоже себе эту карту приобрету. Потому что я устала выяснять отношения с моим оператором. Поэтому это важно. Второй Time is Money. Далее, золотой коин, либо агрокоин, я не могу сказать. Сейчас объясню, почему. С агрокоином очень большие сейчас, так сказать, препоны. Какие? Мы знаем, что контрактные отношения, которые должны были начаться с конца января, начала февраля по поставке животноводческой сельскохозяйственной продукции, из-за карантина коронавируса они приостановлены, заморожены. Не знаю, на какой период. Возможно, будет найден какой-то путь. Там Мигел говорил, что с Пакистаном по халяльной говядине что-то решают, как-то они там находят чего и как, я не знаю. Возможно, решат. Вот он для этого в Монако ездил. То есть он все время решает вопросы конкретизации применимости наших продуктов. Для чего? Чтобы нам как можно быстрее дать обналичить наши дивиденды. Поэтому, возможно, будет принято какое-то решение, я не знаю. Но это тоже реальность сегодняшнего и завтрашнего дня. Все равно он не вечен, коронавирусы будут найдены пути. Слава России за уже изобретение вакцины. Это уже шаг серьезный в то, чтобы начать борьбу с коронавирусом, этой моделью коронавируса, этой вариацией. Поэтому все равно это все будет решено. Все это нормально. Что касается золота. Шахта стоит все еще. Это Бразилия. Мы помним Казабранка, Бразилия. Она стоит. На сегодняшний момент мы помним, что... Это теперь говорю открытым текстом, как есть. Чтобы вы понимали, и не было никаких домыслов. Есть, нет, потому что очень много все будет ходить по интернету. Нужно понимать. У нас обоснование золотого содержания наших монет, прописанных, да, помню, оно выражалось в 5%, почему я сейчас объясню, в 5% от добываемого валового добытого золота на этой шахте. 5% от добычи. Почему? 51%, как нам объявлял наш президент, он 10% от этого передавал нам в нашу платформу для обеспечения золотым содержанием наших коинов. То есть 5%, по сути дела, 10% от 51%. Поэтому это просчитанный вариант, это обеспечение прописанных всех коинов, его золотого содержания, чтобы один коин равнялся 1 грамму золота. Потому что здесь все должно обосновываться и подтверждаться документально. Обязательно, если иначе никак. Если мы хотим приравнять 1 грамм к 1 грамму золота, этот золотой запас должен иметь место быть. Он должен быть, а не когда-нибудь, где-нибудь, купим что-нибудь и потом обоснуем. На сегодняшний момент соотношения изменились. Потому что 51% договорные, 49% с партнером Клаудио, все то, что они там договаривались, решали. Мы помним, что регулировка все равно государственная. А в силу того, что происходило с рынком, на сегодняшний момент там очень многие отношения изменились. И подписан договор уже с холдингом от всех этих посреднических отношений, передач. Подписан договор с холдингом о передаче 6%, учитывая, что холдинг оплачивал аренду земли, оплачивал покупку инвентаря и оборудования для работы шахты. Шахта же огромная, шахта имеет большую историю. И мы помним, 8 шурфов, а работал только один, то есть необходимо было вкладываться вот в это, в развитие производства. Это составляет 6% от валового дохода на сегодня, на прямых контрактах. Это все реальность. То есть есть у нас золотой коин? Есть. Вот никакие дрязги, сплетни, там, кто есть создатель, кто не создатель. Кто бы что ни создавал, если этот создатель и этот идейный вдохновитель не может в реальности подтвердить его содержание чем-то конкретным, тем, что он должен выражать, не является владельцем той либо другой технологии. Вот это нужно понимать. Поэтому на сегодняшний момент вот это все урегулировано, и проведя там 4,5 месяца, все урегулировано, все подтверждено. И компания работает уже в штате Виктория, там еще есть на следующий период, на 21 год договоренности, по участию еще в одной шахте. И предложение есть и в Африке шахта, и у нас в Санара здесь, в Кыргызстане, было предложение шахты. 21 год непаханное поле работы в этой области по золотодобыче. Партнерское по участию, по возможностям сотрудничества, потому что главное, что иметь деньги, чтобы эти идеи двигать. Поэтому на сегодня абсолютно в реальном времени возможности. Я объяснила, что у нас не надо волноваться, будет, не будет. Будет, он есть. Я сказала, сколько и как. Я рассчитала, потому что когда цифры звучат, 51% владения, а холдингу сколько передавалось? 10%. Поэтому я реально отдаю себе отчет в том, что экономика здесь должна быть обоснована цифрами, но реальными. Вот Мигел предоставляет абсолютно полную информацию, полный аудит по этим вопросам.
Я надеюсь, вам всем все понятно. И по нашим коинам, которых у нас 4, и по возможностям эти коины, когда и как начинать обналичивать фиатные деньги, и торопиться либо нет их все обналичивать, либо нет. Я объяснила экономику каждого проекта. У нас абсолютно везде реальная возможность через 2-3 года иметь 10-кратный, 20-кратный, может быть, и более прирост стоимости этих коинов. Если мы 2 года ждали, давайте уж грамотно подходить. Необходимы деньги, меняйте часть. Не нужно все сразу спускать ежедневно. Смотреть, нужно все будет смотреть. Естественно, это не первый месяц. Почему вот такой поэтапный вход и продажа вначале тем заинтересованным лицам? Почему и какой? Потому что это уже абсолютная реальность. Теперь к этой реальности перейдем. Я сказала по технологии переработки мусора, это серьезные договора, которые тоже являются составляющей этой части бизнеса, но у нас есть заводы ПЛА. У нас есть договоренности по финансированию 2 заводов в Бразилии и 1 завод в России. Это разные фонды, это различное финансирование, это различные абсолютно структуры, которые готовы начать действовать с момента предоставления этого плана, бюрократически пройденного до последнего запятой, проверенного и обоснованного, да, переведенного на определенные языки. Этот план готов, эти документы готовы, Мигель это подтвердил вчера. Поэтому, почему он летит в Бразилию, то есть нужен перевод на английский, он летит предоставлять в бразильский фонд эти документы. Поэтому в России, в Бразилии, да. И у нас есть заинтересованные лица в определенных, я не буду их называть, в определенных странах, еще 3 страны, которые заинтересованы и ожидают эти документы. Я думаю, их будет гораздо больше. Как только первый завод будет построен, а это модульное строительство, модульная сборка, это 3, от 3 до 6 месяцев, в зависимости от объема и количества видов производимой продукции. Как только первый, у нас один из заводов в Бразилии, только бутылка, один из заводов в Бразилии. Поэтому я думаю, что адаптация английского варианта там, вот под один вид продукции, это как раз разговор Гулоб здесь присутствует, как раз он для вас, наверное, будет важен. Почему? Потому что этот завод напрямую имеет отношение с заводом в Майами, в Соединенных Штатах, то есть это владелец один и тот же, фонд, понятно, финансируется, понятно, где и как, но вот тот завод в Майами разливает воду, и они контрактные отношения уже подписали на покупку продукции, производимой из ПЛА пластика, биорастворимого пластика, упаковочных материалов, на разлив воды, вот там понятно. Поэтому, скорее всего, один из заводов будет производить только бутылку конкретно по контрактным отношениям с другим заводом, по разливу воды. Поэтому я думаю, что здесь очень много будет еще в следующие полгода добавлений, изменений, адаптаций. Гораздо проще потом будет, имея пакет документов, работать уже с фондами, заинтересованными лицами, государственными структурами, частными структурами по предоставлению информации в том объеме, который будет готов. Это обоснование нашего эко-коина, чтобы было понятно. Поэтапно. То есть первое, что у нас, это у нас вот запуск строительства и Umbrella. Это шаг номер 1. Это 1 шаг, 2 направления параллельно идут. Мы видим, да, что тестируется уже 3-ю неделю, что-то там как-то тестируется, не могут запустить. А он ПЛА должен быть запущен на момент предоставления документации, договоренности, и заинтересованным лицам необходимо предоставить возможность покупки этих эко-коинов на работающей Umbrella. Поэтому это все равно все дни, в течение дней это все будет доведено до совершенства и работать. Страхование взносов. Да, мы помним, об этом говорили. Страхование у нас действительно будет работать наших взносов гарантированно через определенный инструмент. Расширился спектр услуг этой страховой компании, заключены эти договора. У нас будет услуга по страхованию не только наших инвестиционных взносов, потому что он закончится. Я в начале нашего разговора говорила, что у нас, я не знаю, какой период, ну, до конца года, думаю, есть, а может быть, чуть короче, инвестиционные пакеты будут продаваться до какого-то периода. Потом все только дивидендные отношения. Дивидендные наши отношения с нашей корпорацией по нашей акции. Все. Так вот, страхование жизни, страхование путешествий, страхование здоровья, страхование имущества – это те услуги, которые мы с вами получаем от нашего партнера страховой компании. Это все уже есть. Добавление контента идет сейчас в бэк-офис. Почему такая напряженная работа? Мигель приехала, завертелась все в более ускоренном режиме, потому что контрактные отношения, так сказать, прописанные, проговоренные, теперь реализуются в их детализации в оцифрованном виде. То есть это программное обеспечение. Что это такое? Наша корпорация, как посредник для своих работников, для нас и партнеров, обеспечивает этот вид услуг. За это она получает некий процент
от страховой компании. И этот процент по кэшбэку будет распределяться между партнерами. Все это я говорю немножечко, может быть, раньше, но Мигел разрешил эту информацию говорить. Это уже реальность. Вот когда она будет реализована, сентябрь-октябрь, когда софт добавится, когда мы поймем, как эту услугу покупать, я не знаю. Допустим, я бы хотела покупать страховку по здоровью, путешествий много, можно иметь страховку имущества. Чем я кому-то плачу, лучше буду платить своей же компании страхование моей квартиры, допустим, да, от несчастного случая, либо третьих лиц, и форс-мажорной ситуации, и еще на этом получать кэшбэк. То есть вот какие-то моменты вот эти, это в ближайшей перспективе все то, что будет проговорено, и мы получаем эту услугу. Это уже вариант договоренности, подписан. Только говорю то, что уже подписано, реализовано, что мы получим в оцифрованном виде как услугу у себя через бэк-офис возможность ее воспользоваться. Что касается e-commerce. Ну, к сожалению, на сегодня с доставкой, вы видите, да, как это производится, очень сложно что-либо планировать. Но опять же, это все временные рамки. Все это уйдет. Я выставляла два последних файла, которые фотографии. Продолжается работа, наполнение нашего e-commerce, договорные отношения, все это продолжает работать. Со временем, как было обещано, это будет широкомасштабная компания, имеющая различный спектр услуг и товаров. Но с доставкой, да, из-за коронавируса лимиты очень большие и очень дорого. Далее, что касается финансового нашего инструмента, наша карта и ID-банкинг. Следующий шаг, это второй, третий даже этап, скорее всего, так. Да, это все в процессе, все понятно. Меня интересовала доставка карт. Как услуга по товарам и услугам, так и карт. И вот сейчас они решают вопросы, договариваются, потому что отдельные договора, отдельные заключаются отношения как с компаниями, осуществляющими доставками, да, их несколько, мы их знаем, международные компании транспортные, так и через организацию почта страны и региона. Что-то дешевле, что-то дороже. Они решают вопрос размещения двух возможностей на покупку этой услуги в бэк-офисе. Вы хотите медленнее и дешевле, нажимаете, вы все равно получите товар и карту, либо это будет вот быстрее, но это будет дороже. Поэтому на сегодняшний момент эти пути до конца года все определены. Я не могу вам сказать точно даты конкретно. Это то, что намечено для реализации в этом году в обязательном порядке. Напомню, номер один – это Umbrella. Все равно мы очень много чего решаем через обменники. Нам нужны деньги, нам нужны возможности вывода, поэтому Umbrella – это номер один. И немедленный запуск, получив документы, немедленный запуск процесса договоренностей и финансовых траншей и начала инвестиций в строительство конкретных фабрик, которые можно предъявить как аргумент и нам с вами, как партнерам, и всему остальному миру для продолжения этого процесса. Это первый этап. И далее, естественно, и второй, и третий этап, который я сказала, и по коммерческому развитию нашей платформы, и по финансовым инструментам, это все в теме в ближайшие недели. Вот все, что я хотела сказать по новостям сегодня. Global Star Club. Возможности безграничны.